Всем привет, ребят! И в этом видео я бы хотел вам рассказать о своем новом Kia. Ребят, в первую очередь хотел бы с вами поговорить о том, почему я решил поменять свой Kia. Потому что мне просто захотелось чего-то нового, поиграть чем-то новым. И мастер, наш местный мастер из Тольятти, предложил мне сделать вот такую замечательную работу. Какие же плюсы все-таки у этого Kia? Во-первых, очень хорошо держит удар. Просто замечательно. Во-вторых, очень проще, точнее, стало управлять для меня битком. Например, делать сложные выхода, отыгрываться. То есть, например, стоят два коротких, намного проще стало отыгрываться. И в-третьих, то, что кий, как на многих двухсоставных киях, кий не отдает в руку. Это очень главный плюс для меня. Один, наверное, из самых главных, да. И сейчас давайте проведем несколько ударов. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также, ребят, с мастером вы сможете связаться через мои соцсети. Можете написать мне, я передам ваше обращение к мастеру. Всем спасибо, ребят. Всем пока.